Костромские медики из группы компании «Нефросовет Румед» продемонстрировали результаты 5-летней работы государственно-частного партнерства в здравоохранении. За эти годы в нашей области открыты современные отделения нефрологии и гемодиализа группы компании «Нефросовет Румед» в областном центре Галича и Шарье. А в микрорайоне Давыдовске в Костроме открыта современная поликлиника. В отделении нефрологии и гемодиализа оказывается помощь более 4,5 тысячам больным, страдающим хронической болезнью почек, а всего на учете около 6 тысяч костромичей. Благодаря современной технике любой костромской врач одним нажатием кнопки уже приглашает на онлайн-консультацию ведущих нефрологов Москвы. Теперь такая возможность есть и у больного. Более того, московские профессора могут провести его полное удаленное обследование, уточнить диагноз и сформировать рекомендации по лечению. В других регионах онлайн-консультации ведутся пока в основном по медицинским картам. Заместитель губернатора Ольга Еремина отметила, что благодаря такому частно-государственному партнерству костромичи получили бесплатный доступ к самым совершенным медицинским технологиям. Это был добрый старт для частно-государственного партнерства на территории Костромской области. Я благодарю вас как добросовестного инвестора. Я надеюсь, что действительно сегодня будут даны некие рекомендации по развитию дальнейших шагов на территории региона в части поддержки населения, здравоохранения в нашей Костромской области.